Добрый день, уважаемые дамы и господа. Добрый день, уважаемые представители прессы. Рады вас приветствовать сегодня в пресс-центре Кабар. Так как мы подводим очередные итоги голосования проекта «Голосуй за», который мы уже на протяжении 2 лет на базе информационного центра организовали, и каждый определенный период подводим итоги той или иной номинации. Товары, работы, услуги, которые отличаются в своей части качеством, и, соответственно, голосование проходит открыто на сайте infox.kg, а также посредством звонка на платный телефон #1200 круглосуточно. И, конечно же, хотел передать слово нашему председателю Мурату Балташевичу для оглашения итогов. Добрый день, коллеги. Мы рады вас приветствовать еще раз с одной позитивной информацией, потому что позитив в нашей жизни нужен, и тем более, когда это касается здоровья, лица, внешнего облика человека. Здесь вот в номинации «Лучшая натуральная косметика 2013 года» участвовало 5256 человек. Не верится? 5256 человек. Вот. Честно признаюсь, этой косметикой я не пользовался, не знаю, что это такое, но раз люди голосуют, и знают, здесь людей практически обмануть невозможно. Он голосует именно своим состоянием души. Поэтому поздравить хочу компанию, правильно произносится, Stenders. Вот. И думаю, что аплодисменты будут в 2 раза громче и больше. Да, перейдем сразу к награждению, потому что это самая приятная часть. Выходим. Так, распределяем. Как будем вручать? Здесь ничего такого нету. Значит, медальку кто вручает? Денис. Денис. Я забыл. Поздравляю вас. Вот эта медаль золотая. Пусть это будет как бы начало того доказательства, что вы действительно натуральны, и все пусть будет у вас всегда хорошо. В рамках проекта «Голосуй за» мы награждаем компанию Stenders как лучшую натуральную косметику. Всех тех, кто голосовал за нас, спасибо огромное информационному центру Infox за этот замечательный проект «Голосуй за». И не зря натуральная косметика, потому что именно Stenders, это, я хочу подчеркнуть, именно натуральная, не только косметика, мыло ручной работы, все по уходу за телом. И хотелось бы еще сказать то, что наш магазин, мы еще очень ждем не только женское население нашего Бишкека, но также и мужчин. У нас в наличии есть эфирные масла, аксессуары для бани и так далее. У нас 2 магазина, торговый центр «Детский мир», торговый центр «Beta Stories 2». Всех ждем в гости. Спасибо. Спасибо. Я хочу еще представить продюсера утренней редакции «Утро на пятом» Анну Симонову. Пожалуйста, Анна, вам слово. Наверное, я, может быть, покажусь предвзятой, но я этой косметикой пользуюсь уже около 7 или 8 лет, эту продукцию узнали, и стараюсь всегда
советовать ее в качестве подарка для друзей, для знакомых, потому что она действительно очень благотворно влияет на кожу и обладает каким-то таким магическим, я бы даже, наверное, сказала, свойствами, потому что стоит один раз попробовать, и ты становишься заложником использования только этой косметики. Вот, поэтому я думаю, что именно из тех проголосовавших людей, из более чем 5000, именно Стендерс является самой лучшей косметикой из предложенных, и люди знают, что они выбирают. Спасибо. Руслан, скажите, пожалуйста. Думаю, что я приму участие в этом, попробуем на вкус и цвет. А скажите, пожалуйста, из чего вообще это делается? Вот натурально, что это? Прибалтийские какие-то ракушки толченые, песок там перемолотый или что это вообще? В нашей косметике содержатся натуральные компоненты, то есть нет красителей, никаких добавок, ни ароматизаторов, то есть натуральные эфирные масла, без сульфатов, без добавления нефтесодержащих продуктов. Понятно. Никакой бензольно-альдегидной группы. Да, никакой химии, понятно. Все натуральное. Гульнур, пожалуйста, ваше предпочтение. Я, наверное, не буду рассказывать, чем я пользуюсь и что я предпочитаю, но я хотела бы отметить, есть одно правило, которым, я думаю, придерживается любая женщина. Надо пробовать использовать разную косметику разных производителей. Ну вот для себя я сегодня отметила, что раз такое количество людей проголосовало за эту косметику, значит, она действительно натуральная, действительно, она приятно ее использовать и дает хороший эффект. Вот все, что я хотела бы сказать. И поздравляю вас с этой победой. Эта победа всегда дает импульс для дальнейшей работы, для дальнейших планов. Я думаю, что после вот этой номинации, после получения этой номинации, я думаю, что у вас еще больше будет клиентов, людей, которые будут благодарны вам за эту косметику. Ну, поздравляю вас. Я хотел бы добавить, как председатель жюри, что участвовало 5256 человек, а вот компании, за которые они голосовали, их аж 14. Среди 14 компаний первое место. Так что действительно, так держать, дорогой. Наградили порядка 25 номинаций, уже вывели. И на самом деле, для чего он нужен? Так как мы информационный центр и девиз нашего центра «Мы знаем все и всегда», соответственно, руководством компании было принято решение создать продукт на рынке, вывести под названием «Голосуй за». «Голосуй за ту или иную номинацию». Тот или иной продукт, товар, услуги выбираем не мы, не информационный центр, выбирают наши абоненты, мы представляем на голосование ту или иную номинацию, и, соответственно, абонентская база, которая составляет более 100 тысяч абонентов, они принимают активное участие, соответственно, предлагают нам, давайте вот проголосуем за вот такое-то направление. И то направление, которое сегодня мы представляем именно итоги, также были согласованы
с абонентской базы, с пользователями интернета в Кыргызстане, и предложили на обозрение, как уже представил наш председатель жюри Мурат Балташ, 14 компаний, 14 брендов, которые участвовали в голосовании. И, конечно же, мы информационный центр, мы независимый оценщик, мы не можем говорить за весь Кыргызстан, мы говорим за абонентскую базу именно справочной службы Infox и пользователей портала Infox. Так как нашей базой пользуются уже на протяжении 12 лет на рынке, активно наша работа осуществляется, и, соответственно, та абонентская база, которая активно пользуется справочными услугами, информационными услугами, именно в направлении справки, принимает участие в нашем голосовании. И в части косметики, конечно, каждый день мы сталкиваемся с той или иной косметикой. Это нужно, необходимо для здоровья человека, и, соответственно, нам необходимо знать правила, как правильно пользоваться той или иной косметикой. На самом деле, казалось бы, это легко и просто. Но посетив несколько тех брендов, которые сегодня представлены были на голосовании, я для себя сделал вывод, что нужно больше знать о тех продуктах, которыми мы пользуемся. Насколько они качественные, насколько они экологически чистые. И на самом деле, я очень рад, что я для себя открыл данный бренд Stenders, который в Кыргызстане работает уже более 6 лет, 7 лет на рынке Кыргызстана. И это очень классно. Почему? Потому что этот бренд может дать кыргызстанцам качественный продукт. И, соответственно, я очень рад, что мы сегодня смогли подвести итоги, правильно сделать акценты в части того, что, чем пользоваться и что мы можем рекомендовать нашим абонентам. И поздравить, конечно, руководство компании Stenders. Спасибо. Основные бренды, которые сегодня на рынке Кыргызстана имеются, которые можно прийти в магазинах, попробовать, купить и использовать. Вид голосования.